Пресс-админы, в этом видео покажу очень крутой мод Essential, который поможет вам играть с друзьями без хамачи и Атерноса. Приятного просмотра! Для начала переходим на официальный сайт. На данном красивом сайте написана вся информация об данном моде. Спускаемся в самый низ и переходим на страницу скачивания. Но перед этим спускаемся чуть ниже и видим здесь Forge и Fabric версию, а также версии игры. Выбираем ту, которая для вас удобна. Я покажу на примере этой. Затем скачиваем Fabric или Forge, в моем случае Fabric. А также Fabric API, без него никуда. А теперь немаловажная информация. Чтобы бесплатно играть с друзьями на своем сервере, нужно иметь лицензионный аккаунт Minecraft. Без него не получится. После того, как вы зашли в Minecraft, мы увидим в главном меню кучу новых кнопок. Сейчас все по порядку. Добавить новый аккаунт. Это делается через сайт. Внимание! Не забудьте подтвердить свой аккаунт на официальном сайте мода, иначе вы не сможете играть. Следующее меню – это донат. Всеми любимая донатерская кастомизация. Тут, конечно, есть бесплатная анимация и украшения, но это все не обязательно. Скажу единственное, модельки тут проработаны довольно-таки прикольно, но все же на любителя. Следующая кнопка открывает информацию о плагине, обновлении и так далее. Следующие кнопки добавляют очень удобные функции в игру, как полноэкранный режим одной кнопкой, мут всех звуков в игре, отключение кастомизации, открытие папки с игрой. Настройки. В настройках не обязательно лазить и что-то делать. Вы можете осмотреть и поменять параметры самостоятельно. Следующая не менее крутая функция мода – это галерея скриншотов со встроенным редактором. Здесь вы сможете осматривать ваши скриншоты, не выходя из игры, а также редактировать их тоже прямо в игре. Круто! Теперь важная функция. В данной вкладке вы сможете добавить друга в список друзей. Это обязательно, иначе вы не сможете играть вместе. У друга тоже должна быть лицензия. Теперь самая долгожданная и важная функция в данном моде. Это, так сказать, создание вашего сервера. Она работает похожим способом, как localhost, но только в онлайн режиме. Для начала выбираем карту. Ставим базовые настройки сервера. Приглашаем друга. И запускаем игру. Вот мы и на сервере. Теперь нажимаем на Escape и видим две новых кнопки. Одна отвечает за быструю настройку сервера, а вторая за приглашение друга на сервер.
Вот пример, как добавить друга и пригласить его на сервер. На этом все. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Ссылка на все нужные ресурсы, а также на TurboCraft в описании под видео. До новых встреч!